stâng cu pătul. Asta e. Просто я жила по прошлой праздничной паузы делаю. А я сейчас немножко мелодичный. Ну, паузу, ну. Может быть, Гешила просто один раз прочитает? Maybe Гешила... Гешила, can you repeat one more? Okay. For CD, okay? For CD, for video. Okay. No. How to say quickly? Okay? This. Και αδέρκε του Μπακαουάτι, πρέγγε παραμύτα, σιτάγια, δέκε του, τσον δέν τέμα, χέρεπε, παρέλ του τσίμπε, νιγμπού, παμπούτσικου, τίγε τάγε, τόπα διουτσίγνα, τσον δέν δέ, και βέκο, σαγκού πούμπουζίλα, και λόγγε, κινδύ τσιμπούταν, σενζού σεμπέ, κινδύ τσιμπούταν, τάπτσικ το σιούτε, τέτσε, τσον δέν δέ, σαμμονάουα, σέζε, τσίγε, νάμδάγε, τίγε, Nyombara shukso, yang deze, janju senba. So, you will continue to write this or usual lesson textbook. Гешла спрашивает, мы продолжим. Сами так все же. А вот эта книжечка, она находится у ребят в магазине. Да. Можно с интернета скачать? Можно с интернета скачать, но с интернета закладываешь. У меня есть книжечка, я тебе дам, ты можешь ее перекопировать, но там очень много страниц. Ничего, я скопирую, не страшно. На следующий раз я хорошо. Спасибо. Придешь, да? Ну, конечно. Следующий я запишу. А, еще один, не в пятницу. Грамматика. Следующий раз скажи, сколько там скажется? Там много, там страниц 150. Давайте еще можно сайт переписать? Сайт перепиши, и там вот скачаешь все. Хорошо? Может, я думаю, что...
Cepa. Without ra. Ah, without ra. Ok. Deci unde? В этих текстах есть не то, что есть несколько неточностей. Потому что то, что пишет Гешевая, нет в тексте. Thank you.
4 buni, 6. Hai bine cu ok. Am venit. Sperăm un prăștem. Why the last Rikibu Kalala, yeah? Begin from She. Because, yeah. She. Yeah. What is Sanara So? Komodo no bomororo, they are all tsuktsik, is complete. It's ending, yeah? Ending, yes. Здесь вот в начало следующего предложения начинается с вот этого «ше», потому что конец прошлого был на «со». «Со» — это конец переводчика. Точка, да. «Ше». «Ше». А точка — это «ца». It's called «зоксик». Zuxik. 11, like this. Uh-huh. 10 suffix. Uh-huh. After 10, and all 10 are with naro. Komodo no bomo rolo so. And ta, ta naro to. Uh-huh. It's 11 uh-huh. Words are there. This, whenever this 11 words comes, we should try two. Two she is. Гешла говорит, что есть 10 таких дзокцик, они называются, правил, когда буква пишется снаро, и суффикс снаро пишется, и после этого следующее предложение начинается с ще. Вот как видите, вот тао, там дальше идет де, дене, санги и так далее. Вот там идет ще. И последнее предложение реки ву канлала. Там тоже стоит ще первое. This shows that one part of the meaning is complete. Это показывает то, что одна часть текста, одна часть смысла завершена. А то, что может быть разница с нами, да? All suffixes with narrow, all... Not only this 11. Только... 11, you know... 11? 11. Только 11. There's 10 suffix and ta. 10 суффиксов с наро, то есть согласно. И та, та наро, то. And these are then we should write two she. Okay. And when stanza versus shloka. Uh-huh. And after 8 we should write again two. Uh-huh. And shloka also. И также после строки, например, шолок, как говорит Гешала, также надо писать ще. All this after finishing one stanza, one line, should write two ще. I see. Two ще. With the cheetah also, yeah? No, in every stanza. Uh-huh. Shloka, and there's same number of the sentence. Во всех, вот, скажем,
на, во всех предложениях, где есть одинаковый набор слов. Вот, например, вот сейчас произнес Гишела. То же самое, например, что заключите, по-моему, так же. Тухти, ларту, татюби. And this is actually three name for this. И для вот, 11, для вот этого суффикса есть три названия. Дзогцик means finish. Дзогцик означает завершение, конец. Конец and строки. Ларду means again, which is complete. Ларду. Again we stop writing or we stop telling. Stop tell, again stop telling. Ларду переводится как мы вновь, you, мы вновь заканчиваем говорить об этом. And Даду is another name also. Даду. Даду. Is company. Now stop telling, saying. Да means company. Other company like. Uh-huh. It's stopped and just not. Continuing, not continuing telling. И даду означает, что нет больше, нет продолжения этому этой группе слов. So it shows it's completely finished. И это показывает, что on this part of the this part of совершенно sentence. Законченное предложение. And from here it begins another meaning. А дальше идет другое значение, другой смысл. From here also it's finished and there again start. Another meaning. Также вот в этом случае есть конец и есть начало нового предложения, нового смысла. Mostly this all comes in the last word. So. Uh-huh. Last. Not in the beginning. И так все начинается с последующим предложением. This will teach detail in the Tibetan grammar. Uh-huh. Это мы будем учить в тибетской грамматике. In the first, in the future. After explaining the suffix and post suffix and prefix, then it comes first this. После объяснения суффиксов, постсуффиксов, это как бы тоже будет. Then it will come detail about how to use, how to write. Which after sa you should write san or so. After without any suffix, some zero. These are no suffix. So after suffix we should write an or o. Mm. After service ga, we should write kanarugo, like this. И потом мы будем учить, как правильно, например, после какого суффикса надо писать какой постсуффикс, то есть второй суффикс. То есть, например, если са, то после этого санарусо надо писать. Если га, то ганарагу и так далее. То есть это мы будем изучать в дальнейшем. Yes, like this. Вот this we'll discuss little in Tibetan grammar. Mm-hmm. Yes. Об этом мы будем говорить на тибетской грамматике. На уроках тибетской грамматики. So now we'll try to read and Semba Semba Chimpo. Chimpo. Semba Chimpo. Semba Chimpo. Great Buddhist sattvas. Великий Chimpo is great. Mahasattva. Mahasattva, yeah? Great, so, yes. Великий Будхисаттва. Ma is in Sanskrit, yeah. Great in English. Великий на русском, скажем, а Maha на Маха на санскрите Махасаттва. Ну, нам знакомо это слово Махасаттва. Да? Будхисаттва, Махасаттва. And Пакпа. Пакпа. Ария. 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 It's not Arya. An ordinary man. Who это обычное название. Who sees those persons who see the emptiness very clearly. Then they are. Тот человек, который достиг пустоты, познал пустоту, называется Ария. Who attain the path of seeing. There are five paths, you know. Yeah. Who have attained the path of seeing, they are called Parpa. Path of seeing. Path of merit, path of preparation, path of seeing, path of meditation, and path of no more learning. Path of seeing. Seeing. Excuse me. И тот, кто достиг части видения, пути видения, да, их пять путей, вы знаете, медитация, накопление заслуг, там, видение и так далее. Вот сейчас перечислял Гешелам, мы еще раз попросим перечислить.
Kevan to Pakpa. Actually, Pakpa means an extraordinary. Better than other people, no? Extraordinary. Pakpa переводится как самый лучше, чем обычные люди. If we compare two things, one is very extraordinary, other is not so poor. In this called Pakpa. Kevan to Pakpa. Если мы будем сравнивать два, например, человека, то один из них будет не такой, как второй. Второй будет намного выше. И такого мы назовем Пакпа. When they say India, Jagar Pakpa Yul. Jagar Pakpa Yul? Pakpa Yul, yes. An extraordinary country than other country. И в Индии существует название Jagar Pakpa Yul. Pakpa Yul. Самая лучшая страна из всех. То есть Jagar, Индия, Pakpa. Ну, то есть великая Yugul страна. Yugul, it means... Yul means land, country or land. Yeah, country. Yul – это страна. So because, you know, in India, Lord Buddha took birth and enlightened and teachings. And all Buddha the holy place of Buddha in India. That's why they call it an extraordinary country. Pakpayu. Потому что почему называют Индию самой замечательной, самой лучшей страной? Потому что там Будда получил учение, там Будда практиковал, там Будда реализовал свою практику, и там он достиг просветления. Поэтому она самая из всех почитаемых. Сапманди. It's like this. So Пакпа is an extraordinary, better than ordinary people. Пакпа означает выше, чем лучше, чем другой человек, чем обычный человек, чем-то замечательнее, чем обычный. Who understand the emptiness directly, кто sees emptiness directly, they are called the Arya. Тот, кто знает тот, кто имеет представление о пустоте, прямо постигает ее смысл, того называют Арья. 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 В санскрите будет Арья. Арья Дев. Арья Дева. Арья Дева, like this. Как, вот так же, Арья Дева. Арья, yes. Ченесик. Ченрезик. Ченесик, Унчук. Ванчук. Ченесик. Ванчук. Ванчук, how to... Ванчук. Ванчук, it means powerful? Yes, powerful, yes. Ванчук означает... Power. Властелин, скажем. Ван – это сила. Сила власти. Обладающий силой. Who's very wealthy in very well in power. Ванчук. This is the name of the our Dukuchurya in Tibetan. И все вместе, вот Пакпа, Ченрезик, Ванчук, Ги. Ванчук можно перевести так, Арья Авалокитешвара. То есть это его имя на тибетском так будет звучать. You know, Чен. Чен. Ай. Чем глаза? Ай. And сик means си. Сик. Сик это видеть. Ченре сик. Ре, what's mean? Ре. Actually, ре means to turn. He sees, even if his eyes turn away, like close, turn. Close, turn. When we use too much, it come in two pieces. I see. So even if his eyes gone into two pieces, gone seeing the welfare of the sentient being. Maybe I'm not sure. То есть ре означает, как я поняла, Гешала объяснил, что он сразу видит два мира, да? У него всевидящий, да, всевидящий. Sick means to see. Look. Сик увидеть. Yes. Mm. Все видеть. Сик. Ванчук. Ванчук. This is the name of the Авалокитешвара. Это... Авалокитешвара. Ванчук. Арья Авалокитешвара. Арья Авалокитешвара. Пакпа, Ченрезик, Ванчук. Пакпа – это Арья. Пакпа – это Арья. Ченрезик – это всевидящий. Локитешвара. Авалокитешвара. Авалокитешвара. Арья Авалокитешвара. Хирабги паруда чимба. Хирабги паруда чимба. Хирабги паруда чимба. Хирабги мудрость, пражня. Пранья парамита. Пражня парамита, дословно. Wisdom gone beyond.
запредельная мудрость. Хирап мне шри. Wisdom. Хирап мудрость. Парил чемба. Парил чемба. Бон бион. Бион. Запредельность. То есть парамита по-другому. Запредельная. Парамита мудрости. Или запредельная. Мудрость за пределами. Запредельная мудрость. Чемба. Хирапали чемба. Самы. Самое глубокое. Самое, very profound. Очень глубокое. Profound. Самое чобанила, намбартасин. Чобанила, намбартасин. Чобанила, самое чобанила, намбартасин. He just sees very profound meaning of the Prajnaparamita. Тот, кто хорошо видит, глубоко проникает в суть, в смысл Прайнапарамиты, тот, кто практикует. Concentrated on this. Prajna Paramita, Nila Namrata. Avalokiteshvara was also very fully concentrated on the Prajna Paramita. Avalokiteshvara с точностью концентрируется на Prajna Paramita, на Paramita на Prajna Paramita. Yes, yes, yes. Pumpunampo. Five aggregates. Пять кан. Pumongo, Deta Layang, Rangshinga Sombar number Taos. And even the five aggregates, they are also seen as emptiness, you know. Rangshinga Sombar number Taos, they are not. Rangshinga Sombar means. From the nature? Independent, yes. Rangshing. Natural. Rangshinga. All these five aggregates are not natural. Все они по своей природе пусты. Because they are not natural because they are dependent on the causes. Они or пусты, dependent on their зависят, causes and on their parts. Потому что они зависят от причины и следствия. So they are not natural. Поэтому они Ранчинги не means natural. Ранчинги. Without any cause and effect, causes and Ранчинги означает природа. And part. And Томба means empty. Empty is natural. Томба это пустота. They are not natural, but they are dependent on the its causes and its parts. Excuse me, Gishala, but some text said that mogo niki tompa. Mogo it's mean aspects. Aspects like this. Also, we can tell like this. Yes. But Ranjingi. Ranjingi, actually, Ranjingi is natural. Okay. It's. I see. I don't know. Ranjingi, Tomba. Вот в этом тексте, который я вам дала, там было написано Могуни. Могу это. Сейчас. Сущность, да. А вот Гешала, в переводе Гешала, Ранжин, это природа. Ранжинги. И сущность есть природа, есть энергия, да? Но вот. Но здесь природа, то есть по природе они свои пусты. This it's identity. Moon is identity. Five aggregates identity is not natural. Its identity is dependent on the causes and its parts. Пять кан по природе свои пусты. Они независимы от закона причины и следствия. От пути и причины. And when our Lord Shiva just sees like that, then after that dinner, then means then Sanyagi too, by the power of the Lord Buddha. Excuse me, I must translate Nampar Tao. Nampar ясно, Tao увидел. То есть Авалокитешвара ясно увидел это, что все они по своей природе пусты. And then when he sees like that, then Lord Buddha, Sanyagi tu, Sanyagi tu, Shenri bu. Sanyagi tu, это Sanyagi tu, by the power of, or by the blessing of the Lord Buddha. Благословение, силы благословения Будды, магической силы Будды, так можно перевести. By the blessing of the Buddha. Благословение Будды. Цедардемба, Shenri bu. Цедардемба почтенный. Was alive. Почтенный. To practice dharma was alive, not dead. Тот, кто. Сенде means dead. Цедардемба means was alive.
Цэнде, это мертвый, скажем. Цэндан, дэмба. Цэндэндэпа, это тот, кто возрожденный, скажем, в жизни. Возрожденный к этой силой Будды. Шарипы, шарипы, шарипутра. Шарипы, это шарипутра. Шарипутра. Шарипы. Шарипы asked a question to the Avalokiteshvara. Шарипутра задал вопрос о Авалокитешваре. Чанчу, чанчу самба, самба чембо, павачанаси онжула, тиге чемесу. He asked, Шарипутра asked a question to Avalokiteshvara. The great Bodhisattva Avalokiteshvara. И вот следующая строка, Чанчу Сэмпа, это Бодхисаттва, Сэмпа Чэмпо, это Махасаттва, то есть великий Бодхисаттва. Вот Шарипутра задал этому великому Бодхисаттве Махасаттве Пакпа Чинрези Кванчу, то есть Ари Авалокитешваре, вопрос. Дикече Месо, Месо Менс Сэтс. Дикече, такими словами, Месо спросил, сказал. Месо спросил. Дикебу. Kanava. He asked to the Shariputra asked a question to the Avalokiteshvara, and then Avalokiteshvara gave answer to the Shariputra. Когда Шарипутра спросил Авалокитешвару, затем Авалокитешвара ответил Шарипутре. Сын благородной семьи, Рикибу, Kanava. Канлала, кто-нибудь. Тут смысл. Вот в тибетском языке смысл мы узнаем только после того, как прочли все предложение. Поэтому здесь нужно понимать, где предложение заканчивается. И весь смысл станет ясным. Они discuss about the emptiness. Они далее они разговаривают о пустоте. So these are all these discussions are all blessed by the Lord Buddha. И этот разговор, этот спор question благословлен принцем Буддой. By putting question and giving answer, both are the blessing of the Lord Buddha. Задача как вопрос, так и ответ благословен Лордом Буддой. It shows from this Dene Sangyeji too. И это показывает такие слова, как Kibita, Lesson of Lord Buddha. Like this. All these questions, all these sutra, all these heart sutra are discussion between, although directly when we see it's discussion between Shariputra and Avalokiteshvara, but they are blessed by the вот Дине такую речь Сангеги Будда, то есть благословение, да. Consecrated on that. То есть то, что задавал вопрос Шарипутра, то, как отвечал Авалокитешвара, было благословлено самим принцем Будды, который сидел в медитации в это время. So, today up to here, you write. Right up here. Yeah. We'll start reading again. Okay. И теперь мы начнем читать заново. Мы знаем, как написать, мы теперь попробуем прочитать. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Пакпа. Пакпа. Чересы. Chenresik. Wangchuk. Wangchuk. Sherapki. Sherapki. Parultu. Parultu. Chimpa. Chimpa. Samne. Samne. Chepa. Chepa. Nila. Nila. Number. Number. Tashin. 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 Pungbo. Pungbo. Ngapo. Ngapo. Deta layang. Deta layang. Rangshingi. Rangshingi. Tongbar. Tongbar. Nambar. Nambar. Tau. Tau.
Денне. Денне. Санге. Санге. Китю. Китю. Цедан денба. Цедан денба. Цедан денба. Цедан денба. Шерибу. 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 Чанжу сэмба. Чанжу сэмба. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Пакпа череси. Пакпа череси. Вангчу. Вангчу. Ла. Ла. Дике че. Дике че. Мэсо. Мэсо. Рики бу. Рики бу. Ганла ла. Ганла ла. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Пакпа. Пакпа. Чере сик. Чере сик. Чере сик. Чере сик. Вангчук. 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 Хирапки. 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 Парлту. 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 Чимпа. 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 Парлту. Чимпа. Парлту. Чимпа. Сабмы. 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 Чёпа. 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 Нила. 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 Намбар. 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 Тащин. Тащин. Намбар. Пунбо. Пунбо. Напо. Напо. Пунбо. Пунбо. Напо. 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 Дета. Дета. Лаян. Layang. Detak. Detak. Layang. Layang. Detak. Detak. Layang. Layang. Rangshingi. 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 Tongbar. Tongbar. Number. Number. Tao. Tao. Rangshingi. Rangshingi. Tongbar. Tongbar. Number. Number. Тау. Тау. Рангхинги. Рангхинги. Томбар. Томбар. Намбар. Намбар. Тау. Тау. Дене. 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 Санге. Санге. Ки. Ки. Ту. Ту. Санге ки. Санге ки. Санге ки. Санге ки. Ту. 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 Цэдан. Цэдан. Дэмпа. Дэмпа. Цэдан. Цэдан. Дэмпа. Дэмпа. Цэдан дэмпа. Цэдан дэмпа. Цэдан дэмпа. Цэдан дэмпа. Шерибу. 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 Чанжу сэмба. Чанжу сэмба. Чанжу сэмба. Чанжу сэмба. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Чанжу сэмба. Чанжу сэмба. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Пакпа. Пакпа. Чересик. Чересик. Пакпа. Папа. Чересик. Чересик. Вангчук ла. Вангчук ла. Дике че. Дике че. Мэсо. 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 Рики бу. Рики бу. Рики бу. Рики бу. Ган ла ла. Ган ла ла. Рики бу. Рики бу. Ган ла ла. Ган ла ла. Сэмба чимбо. Сэмба чимбо. Пакпа череси. Пакпа череси. Вангчу. Вангчу. Хирапки. Хирапки. Парлту. Парлту. Чимба. Чимба. Самючоба.
Самуджапа. Нила. Нила. Намбараташин. Намбараташин. Пумбунапо. Пумбунапо. Деталаян. Деталаян. Рангинги. Рангинги. Томбар. Томбар. Намбаратау. Намбаратау. Дене. Дене. Сангеги. Сангеги. Тю. Тю. Седан Денба. Седан Денба. Шерибу. Шерибу. Чанджу Сэмба. Чанджу Сэмба. Сэмба Чимбо. Сэмба Чимбо. Пакба. Пакба. Череси. Череси. Вангжула. Вангжула. Дикече. Дикече. Мэсо. Мэсо. Рикибу. Рикибу. Ганлала. Ганлала. Рикибу. Рикибу. Ганлала. 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 Лала. This is ла. Тула. Лала. Ганлала. So please now you read. Теперь мы прочитаем. Семба, чембо, папа, чемрезик. Ванчу шерапки пароту чимба садной чупа мила намбар ташин пунго нао деда ва ям шин ги тампар намбар тао Дене санге ви туту седам демпа шарибу 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 Деноса шарибу Деноса шарибу Деноса шарибу Если нет са, будет бу, шерибу. Твердо. Если са появляется, то бю. Шерибю. 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 Чанчу сэмпа. Сэмпа чэнбо. Папа чэнэзик. Ванчу ла. Дике че мэсо. Рикибу канлала. Okay, again. Семпа чембо пакпа черезик ванчу шерапки парольту чимпа самы чупа нила нампар таши кумбо мапо Деда лаян рашинги тумбар нампар тао Дене сангирги ту седам демпа шаимбю Чанчу сэмпа сэмпа чэмпо Папа чэнрэзик ванчу ла Дике че месо Рикибу канлала Again this. Еще раз. Сэмпа чэнпо Папа чэнрэзик ванчу шэрапки Парол тут чэнпа Самы чёрпа мила намбар шашин Кумо напо дедаглаян рамшин ги томбар намбар тао Дене санге и тюце дам дэмпар Дэмпа шаги Чанчу сэмпа, сэмпа чэмпо, папа чэнэзи, ванчу ла, дике чэ мэсо, рикиньку канлала.
Ригибу. Ригибу. Калин. Ригибу, он зовет сына благородной семьи. Чу, Шерипутра. Он называет, это название Шерипутры. Son of the famous family, yeah? For translating it means son of the famous family, yeah? Yes, actually Rig is a cast, heritage. Yeah, Rig is a... Bu is son, yes. Благородный. Бу это сын. Рикибу. Сын благородной семьи. Yes, like this. The meaning is here is very short, no? Ah. Meaning that who was very fortunate. Uh-huh. Это как бы очень важное название Шерипутры. Это обращение к нему. Ганна. Ганлала, кто-нибудь. It's a general word. In it comes any you can put anything. Everybody. Anything, yes. Gang la la. Gang это, как скажем, употребительное слово, можно назвать все что угодно. Gang, то есть кто-нибудь, что-нибудь. Любой. Да. It's meant for general. Это общее название, не специфическое, не закрепленное за каким-то одним. Anything that exists. Все, что существует. They're all emptiness. Все в пустоте. So it comes afterwards, you know? Это so, идет после слова. You know, кунбо. Кунбо. Aggregate. Кунбо это сканка. На. На пять. Пять. Лапо. Лапо. All this. Five aggregates. Все пять скан. And then Теталаям. And then afterwards the all existence. И далее все существование. Ганлана. All this comes under in this. Они по природе своей пустые. Ган. Ганлала. Вот это как раз и Ганлала. Все существование. Все, что существует. So now you read very well. Теперь вы хорошо читаете. Reading. Но still you have too many practices. Но вы опять же должны все же должны поддерживать практику и читать. If you don't have practice, then you cannot read properly in just separating like this. Hingi, Tongpar, Nampar, Tao. Но вы должны знать, как читать правильно, различать смысловые группы. И поэтому мы должны практиковать постоянно. So if we have practice, then you can read like this very easily. Otherwise, sometimes we can read parta shin like this. Then it's wrong, no? Pum. Ponga, poti, like this, then it's wrong. Если вы так будете читать, это будет неправильно. Although you're writing, reading ponga, poti, and it's completely wrong, no meaning at all. Так, тем более неправильно, так как вы if сейчас прошел. Кумпу, ngapo, teta. А вот так правильно читать. Потому что сохраняется смысл. So body we need some practice in reading. If you have many practice, you can read easily. Поэтому мы должны иметь небольшую практику в чтении, а потом нам будет уже легче читать. Тренируйтесь каждый день. Anything we need, you know, for any work. В любой работе нам нужна without практика. Without practice, will not. Без практики невозможно достичь реализации никакой работы. So we need a little bit practice. И поэтому мы немного должны прилагать усилия, практиковать. If you read, whenever you see any Tibetan letter, you go on reading, then you get every time practicing. И если вы видите где-то тибетские буквы, например, в ваших практиках, вы читаете и со временем вы осиливаете их. Это практика для вас. And after reading any, if you think any problem, you can bring it in the class. Если вы после прочтения вы имеете какие-то проблемы в том, что вы не понимаете то, что вы читаете, вы приносите в класс, мы будем это разбирать. And if any meaning also any doubt, if you have, bring in the class, and before or after the class, you can ask me and you can discuss. И если какой-то, например, смысл не точно, вы не понимаете, вы можете принести перед уроком или после урока, обратиться к Гешла, и он обязательно вам поможет с удовольствием. So in this way we'll study
learn how to read and then how to talk. И вот так мы начнем учить читать тибетский и со временем как разговаривать на тибетском языке. Okay, now today we will stop here. Теперь сегодня мы закончим на этом. Студия чая, еще раз. Ты еще раз будет в среду по восьмому. Wednesday, yeah. Wednesday, time is same. Время тоже, по восьмому. Пожалуйста.